Всем привет, дорогие друзья и любители танковых побоищ! Сегодня у нас в гостях игрок с ником Стас, и играет наш сегодняшний Стасик на легендарной и незабываемой бабахе. В общем-то, в этом побоище наш герой играет во взводе с такой же бабулей, и что, как по мне, примечательно, так это то, что в этом побоище наш боец будет играть из куста, из такого вот респового куста, то есть противники сами будут к нему ехать, и это, на мой взгляд, прекрасно. Ну, естественно, прекрасно для тех, кто уважает бабаху и любит ее время от времени повыкатывать. Итак, первый выстрел по ВК-7201, но, к сожалению, без урона. Ну и пока наша бабуля КДшит очередной свой выстрел, хочу вам кое о чем поведать. Я знаю, что многие из вас хотят попробовать себя на YouTube и других видеохостингах, и как раз для вас у меня есть хорошая новость. Wondershale Filmora X — это бесплатный видеоредактор с кучей крутых видеоэффектов, таких как эффект пак, гейм интро пак для того, чтобы создавать красивые и необычные интро для твоих видео, пиксель-блок-пак, который содержит множество пиксельных футажей, и видео-гейм-пак. Новейшие технологии помогут сэкономить тебе время на создание искусственных роликов и анимаций. Открой для себя творческие переходы, фильтры и заголовки, которые ты больше нигде не найдешь. Доверь редактирование своих видео Filmora. Ссылку на Filmora я оставлю в описании. Ну что ж, Тапочек, после того, как он каким-то чудом танканул бабулю, решил испытать судьбу еще раз, но в этот раз, смотри-ка, в НЛДшечку прилетает по нему на 860 с ББшки. Да, ВК, броня у тебя, конечно же, есть, но против бабахи лучше вот так не переть, как говорится, с голой жопой на верстак лучше не прыгать. Я надеюсь, что будет ему наука. Ты смотри, противники, кстати, очень, так сказать, массированно давят СТ направление, но наш боец и туда находит прострел, залетает по сотке. Отлично, отлично, с этого куста наш герой просто контрит аж целых два направления, как так-то вообще? Действительно, удачный кустик, но еще и везет нашему герою в том, что противники давят. Итак, 140-й несется и получает почти на 900 урона, да что ж ты творишь, бабуля? Остановись, дай беднягам поиграть, они хотят немножко здесь покатать, попродавливать, но ты им просто не даешь этого сделать. 140 на лоу хп прокатывается у нашего бойца. Подходит очередной снарядик, еще один 140-й попадает в прицел и получает практически на косарь. Да что за такая бабуля беспредельная? Но, друзья, тем временем мы видим, что направление СТ полностью улетело. Как говорится, в следующие побоища наш союзный бабаховод переехал в город, не стал он досиживать на респе, ну а наш герой не изменяет своим принципам и продолжает караулить из этого кустика. Да, неплохо, конечно, он тут устроился, но все может очень сильно измениться, если противники вкатят на наш респ. Пытается наш герой сейчас по кому-нибудь прострелить, тут вот фошек катается буквально с какими-то крохами. Также, смотри-ка, соточка выезжает, ну-ка сдай назад, сотка! Сотка вроде бы сдал назад, но тут же, видимо, почувствовал, что если он немножко еще задержится на этом прострельном месте, то по нему прилетит очень даже нехило. Тем временем, кстати, друзья, счет 1-3 не в нашу пользу. Наш боец решил все-таки убрать этого фаша, но благо, повезло ему, союзный епись делает всю эту грязную работу за нашего героя, и ему не пришлось тратить свой драгоценный снаряд на этого недобитка. Тем временем противники захватывают базу, и справа ты глянь, кто заезжает в гости к нашему ПТ-воду. Картонная вафля, ну-ка, держи на 1300 с фугаса, хорош. Нормально так наша бабуля отоварила этого вафлевода, вафлевод там что-то пытается зацелить, но, к счастью, наш епись очень оперативно среагировал, и сейчас, по идее, он должен забирать эту вафлю, все-таки у вафли есть преимущество по КД, она могла бы еще раз просадить нашего ПТ-вода. Ты смотри-ка, с центра 140-й решил немножко здесь поагрессировать и тут же улетел в ангар. С бабулей, конечно, такие фокусы не прокатывают, 704-й это понимает, поэтому немножко поводил здесь жалом и решил, что ну его нахер, а тем временем смотри-ка. С центра по нашему бойцу попытались прострелить, ну-ка, кто там осмелился, ЕСОТы, ну-ка стоять, держи в НЛД на 900. Будешь знать, как по респовой бабахе простреливать. Ты смотри, совсем распоясались, а? Видимо, видят счет и думают, что пора бы наглеть. Тем временем наш епись пытается окружить 704-го, но, судя по всему, как-то неудачно.
Есоты куда-то улизнул уже с центра, только что стоял тут нагло, агрессировал. Но вот после непосредственного визуального контакта с бабулей решил переехать в более безопасное место. Итак, мы видим, 704 разобрался с нашим Еписем и сейчас нагло на агрессии вкатывает. Ну а наша бабуля, естественно, встречает его своими фугасными пирожками, поэтому 704 улетает в ангар. Да уж, друзья, почти 8000 урона наш герой накидал с этого респового куста. Ты глянь, вот он просто отъехал от самого респауна метров на 15-20, и с этой позиции весь бой он вполне успешно воюет. Ну да ладно, тем временем есть еще два противника, это Е100, смотри-ка, Е100-ка решил аккуратненько прокатить, воспользоваться своей ультрадинамикой, но, как говорится, не тут-то было. Бабаха не дремлет. Из противников остается последний объект 140, у которого буквально там, я не знаю, 100 хитпоинтов, то есть этот бедняга остался на один фугас. Но, друзья, не стоит списывать его со счетов, все-таки это объект 140, а у нашей бабахи нет какой-то серьезной динамики, у нее нет рубки полного вращения, поэтому при должном умении 140-й может в легкую разобрать нашу бабусю. Ну что ж, бабаха уже выходит на прострельную позицию, но что происходит? Снаряд предательски полетел выше. 140-й активирует адреналин и начинает пристраивать свой ДПМ. Правда, смотри-ка, фейлит он вторым выстрелом, видимо, нервничает парнишка, ну еще бы. Когда исход побоища зависит исключительно от тебя, многие начинают нервничать. Ну-ка, бабуля, давай наверняка, да, минус объект 140. Да уж, друзья, вот такая вот бойня. Респовая бабуля уже второй раз на моем канале. Бабуля показала всю свою мощь, играя исключительно с респа. Это 9000 урона. Прокидывала она, конечно, очень красиво. Вот что сделала ее команда. То есть мы видим тут полнейшие нули практически. По два, по три выстрела сделали союзники и поулетали в ангар. Да уж, друзья, вот такая вот битва с респа. Вот она, наша бабуля была, вот со взводной, ну и пошла команда. Не знаю, что думаете вы, но мне кажется, что бабаха на респе — это прекрасно. И в то же время это очень редкое явление, когда ПТ остается на респе. Все прекрасно понимают, где она сидит, но при этом все упорно продолжают в нее ехать, упарываться и подставляться. Действительно, очень редкий случай. Но давайте посмотрим статистику нашего бойца. Как видите, это не совсем статист, у него 32 тысячи боев. Судя по количеству боев на Т-49 и бабахе, он очень любит разного рода бабахалки и шарахалки. Вот такой вот у нас сегодня боец Стасян. Нормальный такой вроде бы боец. Мы видим, да, он действительно не статист, но играет он явно неплохо. И, судя по всему, играет он ради удовольствия. Потому как, если ты играешь на стату, то вряд ли ты играешь на Т-49 и бабахе. В общем, друзья, всем большое спасибо за просмотр. На этом у меня все, и до скорых встреч.